Я понимаю иронию Юлии Ковальчук, потому что они танцуют под песню Андрея Хлывнюка в исполнении «Бумбокс» вахтером. Ребята, представляете, уважаемые телезрители, как эта пара может зажигать на любой дискотеке. В этом номере, и это было сделано специально, потому что это отвечало содержанию песни, ведущей была Юлия Ковальчук. Доволен Саша Жулин аплодирует и ребятам, но это объясняло содержание песни и Роме Костомарову, и воображаемым вахтерам, почему он на ней так сдвинут. Как на ней не сдвинуться? Замечательно все выполнено. Одна помарка в заходе на поддержку у Юли Ковальчук может осложнить этой паре отношения с жюри. А так все...